Про товары Фарада. А ты когда стаки набираешь на синдре от освобожденки, жмешь глыбу, у тебя стаки просто пропадают или они детонируют и пропадают? Просто пропадают. А, жалко, а то бы к адмиралу подбежал с 20 стаками. У меня стрим с записью идет, так что все слышно. Мне тоже. Был такой один Никитосик. Чем любил делал? Меня напуливать. В смысле было, а его сейчас нету у нас в гильде? Есть. Так вот. Он получил свой косарик. Время Делоруса пришло? Буду на рогу, буду на тебя напуливать. Не, лучше так не играться, а то убьет кого-нибудь. А чё, до сих пор никто ГПшку не получил еще? Ну так, продолжайте в том же духе. Поправляй. Вот сейчас, например, не уешьте, не бейте вообще, не хильте никого. Шивы дам, здесь это поможет. Только на пулы могут там сыграть. Видишь, как прекрасно все. И ДПшку неохота начислять даже в таких рейдах. Кстати, Войта, у тебя вар вообще АОЕ держит какое-то агро, нет? Блять, ну какое это там держит? Ну, ну такое слабенькое, что вообще пиздец. Вот когда ты 5 не было, нормально было. Нет, там как бы есть какое-то агро. Это надо по уму сравнивать просто. 5 оно несоизмеримо больше. О. Он, наверное, записывает. О! Он тебя слышал, Мелик, понял. Самое интересное то, что в Дискорде его нет. Почему здесь он был? Вроде слышал голос. Не был. Он сказал, поехали. Не было. Я не слышал. Чем у тебя Мэликс чай был? Это уже голоса. Разыгралось воображение. Да нет, он заходил, значит, говорил, я услышал, поехали, сказал. Да не как Гагарин сказал, ты путаешь. Он Гагарин. Он... Гагарин зашел, сказал. Мне больше понравилось того, то, что кто сказал, с чем-то ты чай пил, и это больше похоже на правду. Там, походу, были не ромашки. Вот, чтобы ты понимал, в Омане набрано сейчас 180 единиц агро на вот этом моде. Стандартная ротация. Реванш, мощный удар щитом. ТКД он прилетит. И рассекающий удар на пачках. Тебе надо пуху посильнее одеть. Да, блять, надо, но... Всему свое время. И это за... Димитриус ХМ. Кто там запись ведет? Там чат видно? К сожалению. Нет. А чё, надо чат тебе? Да вот... на леди меня убили. На принцах меня убили. Ты на канал Войда подпишись. Будешь регулярным зрителем. Байтит на подписку, смотри. Он скажет, что ставьте колокольчик. Не, я такой параши не занимаюсь. А у тебя там кнопка доната есть? Нету. Пиздец, а нахуй тогда заходи. У меня тоже нету, и чё? Ты донатить хочешь? Есть желание? Могу дать номер карты. Вот я такой тоже... свой стрим запущу. Я вот тоже хотела предложить, но он так и не ответит. У вас контент не тот. Помню, Афони донатили. Там и Библ донатил, и Фот ему тут закинул. Да, на пару бушеляков хватило. Ну да.
Мне вот интересно, с каких пор Афония... Вот... Куда вы побежали? Назад идите, еще запустится второй Афония раз. Афония же с своим лицом он стримил, а потом его убрал. Когда это произошло и почему? Кто стримил? Ну, доело. Афония. Когда с лицом не стримил? Стримил! Рассказывай мне. Может, он просто картинку какую-то ставил? Типа? Нет! Окей, как выглядит Афония? Давай так. Блять, моста он слил. Как я себе его опишу, блин. Но он толстый? Знаешь, у Афонии очень специфичная внешность, ее можно... Ну не то, чтобы толстый. Большой, полненький. Ну не то, чтобы толстый, не то, чтобы худой. И толще, бля. Ну, красивый, некрасивый. Мне песню какую-то напоминаете, блядь, сейчас. Советская. Блин, сколько я с Афонией уже 2 года знакома, даже вне гильдии. Он стримил какое-то время, вставляя свое лицо. Не скидывался на лицо. А Мозер тоже говорит, что стримил. Да, добряк. Добряк, Мозер. Угу. Лицо доброе очень. Мозер говорит нет. Нет, в смысле, не стримил он. Не хомяк. Не хомяк. Хомяк тоже стримил. Ну нет. Это как этот? Добра тебе, дружище. Вот смотри, в одного моба у меня 230 сейчас. У пианиста 400 с чем-то там. То есть, ну, 2 раза разница идет. Ну он 105, а ты нет. Хомяк не стримил, но я хомяка видела. Лицо. ВКонтакте. Это по агронабору, но это 2 раза это вообще. Вот, еще вон на пол. Низер агро вообще. Очень слабо. За 5 опять выбьешь, там должно быть эффективно. Мозер, вот это ты можешь говорить любому человеку на планете, кроме меня. Потому что я в мире лучший протовар. Во всем потому мире. Что ты так знаешь, что протовары нет. Лучший, потому что единственный. Ну, единственный нормальный протовар. Вары не танки. До посадки должны слить моба, а нормально успеете. Адмирал. Ну, адмирал отхилился. Чуть не обрыгался. Адмирал хилку включил. Мне, кстати, бесить стало, что чарж в тотемы сломали, вот это вмешательство, смотри. Оп, не воспр. Почему это? Блин, Кирсгорн, я-то думала, он эту хилку научил. С каких пор воет? Не знаю, да вот недавно. Особо не замечал, когда он был. Ну был рабочий раньше, я чаржился в тотем. Да, сейчас, был рабочий, 100%. Сейчас отменили, блядь. Уберите тотемы сразу с этой, с площадки. Джонни, спасибо. Ты это, Джонни... Это раздаваки будет тотемы. Чё, а не Джонни? Прохи... Анонсы надо на Синдре, нет? Анонс чего? Чего-нибудь. Анонсиков давай обнимемся. Все в кучу, все в кучу, все в кучу. Вперед рандомно. На последней фазе первая метка влево уходит, вторая под... У нас 2 БРа, имейте в виду. Давай тогда ССы. Пилорус на Матиолу. А Зидубу напишите, если он не в Дисе. На Монорота. Сапрот, ты пейте. А, и что-то знаете еще по ауре? Один. Мозер, подойди ко мне, что-то дам. Будет тотем, да, на фросте? Не забудьте. Я вам скинул фотку в Афоне с контакта. Такой тип прикольный. Да, вот, ну он стримил. Ну, он стримил с лицом. Да. Угарните.
Голос ему прям один в один. Ну, это и фотки на гольной. Если освобожденка на вас вообще не бьете. И сопрот обязательно. Сейчас он уже покрупнее, повзрослее. Там Утя и Сморчорт. Портуйтесь. Портал им поставьте, Маги. Я поставлю шкаф. Вопрос. Я. Ставьте шкаф. Пикаем сумон. На зум СНТ присоединяются. Блять, сопрот выпал, выпил на замену. Вот видно был голос на внешность похож. Ну это к Лёхе все вопросы, я не знаю. Что там, маги, дайте портал. Дайте портал быстрее в Долоран. Людей с умом уже, надо уже выйти с инста. Вон тыкайте, где скорпион стоит. Шипешь. Вон портал. Еще раз. Тыкаем смотри. Ебать, ты портала сразу. Кто там не вышел еще? Все вышли. Еще сейчас, раз смотри. Сейчас у него в шкаф проверит. О, у нас сейчас демон будет, смотрите. Я сумму у них уже на третий круг. Все, теоретик до Лоране два чела. Люди там не вышли из инста. Так, СНТ принял. Ты появился тут, сейчас Кназум. Все, Кназум тут. Скоро проверка на путь будет. Че, сами поговорите, да? О чем? Я слакать буду. Ты просто смотри, как дашь В дать, если кто-то не сможет отбежать. Она не спасет. Если кто-то не сможет отбежать, там уже ничего не спасет. На туре? А если ты вмешательство дашь, или у тебя спасет. Нет таланта? Есть. Хотя, ну, может, вот мой Фейн спасет. Вмешательство спасет, я спасал. Ладно. Он сдох три раза, потом я его кикнул с рейда. Атака, атака, сейчас пул будет. Го вайпаться. Я тебе дам вайпаться. Не забываем все метки в кучу под адмирала. Нихуя! Ты чё? Да у меня радар, оказывается, еще такой хуйню умеет делать, который я это не делал. Адмиралу надо кликуху дать, погремуху. Вся притяжка. Ну да, на всякий случай. Надо выбрать вульпера, и будешь меньше урона получать. Радар показывает, на ком освобожденка и где они стоят. Давайте больше точитесь, это вы поймёте еще. Это санвелы, да, умеют такое? Это я сделал, это не их. А почему тогда ты удивляешься так, как будто... Потому что я не писал код на эту хуйню. Я писал... Сам автоматом добавился. Метки подбиваете, фулл хп стоит, третья падает, четвертая, последняя сейчас упадет. Я за основу взял с этого, с Пандарии код. Фулл ГД поменял. Это что там было? Вот такая хуйта заложена, этого я не заметил. Потому и удивляюсь. Блин, ну круто. То есть освобожденка ебашит на 20 метров, да? Ты не знал? Визуально, мне кажется, вообще там все 30.
Адмирал, таймер второй притяжки у тебя работает исправно? Да. Опа, да. Нифига себе. Как так? Тучка где у тебя? Так я с аппротом. Чё, блядь, ты чё? 32, без абсурда. Так, где? Поставить. Входы на Долорус дайте. Блять. Поздно. Нормально, нормально, там прячься, матёва. Инер все заливай. По друидам ребаф дайте сразу. Подбиваем метки. Справа вот пол хп. Фул ДД по меткам. Сейчас задыхаться люди будут. Джонни, через цель. Да, сломайте левую глыбу, пожалуйста. ДПСим переводим сильнее. Готовьтесь. Влево метка первая. О, хорошо, Геру дали. Фонтей. Череп, смотрите, где череп, отойдите от него. Ничего, скидывайте. Ебать, мужики. Хуярьте метки, фулл ДПС по меткам только. Танка прохит. Освобожденка, не стакайте никто. Следующий в центр. В центр, бегу. От черепа отойдите, он влево выносит. Да. Следующую точно мы подсмотрим. Ой, да подхильте на кул КП. Желательно быстрее. Может. Вы чё, упали все? Хилы упали. Ясно, всё с вами. Я не могу. А Библ ставил метку в центр, да? Нет. А почему? Библ её налево понял. А почему? А хуй его. Вот что вы без связи можете пойти. Там ты справа тусовался, Библ влево понял. Вторая метка была. Первая метка заморозила 3 человека. Нет. Их надо было заоешить. Вторую несут всегда, потому что притяжка, блядь. Центр. Ну не в 10. Да, наверное. Бибу. Ну я выжила. От притяжки. Вот, рейд упал. Заебись, хули. Это всегда было непонятно, почему на первой фазе вы не дохнете от притяжки, на второй дохнете даже из. Потому что им ставят постоянно метку, и они не притягиваются. Они к этой хуйне привыкли. Так если они притянулись, что мешает убежать? Это привычка элементарная. Блин, просто я забежала за глыбу, которая была в боку. Ну, там. Такие способности только у высших мастеров джедаев есть, как у тебя. Да ну нет, ну да. Все могли туда забежать. Да нет, не могли, они подаваны еще юные. Ну хилы точно могли. Ну я и смотрю, как они могли. Я не думал, уходил.
Говорит, ну я пошел, я посмотрел аниме. И все. Конкретно за этого босса, за первый пул. Сантей, Биг Баба, Войд, Матиола, Неликс и... Кто там еще? Илок, 250. Я скрин скинул, Леха. Скрин чего? Тебя холод не защитит, ну... Щит тебя не защитит от холода. Даже если ты под сапротом. 32к через 180 сапрота. Какая разница, ты должен убегать. Так я вон где лежал. Я не знаю, почему меня убило. Да все равно, я же говорю, что у меня тоже муж уходил из дома, говорит, ну я пошел, я посмотрел на него, ага, хорошо, говорит, бац, короче, лежу, класс, ошибись, и ничего. Что, 250 и 250, это такое. А что, у нас первая метка влево не выносится, кстати? А да он ошибся, он же пишет, он думал метка, вторая метка у него, поэтому. Первая влево, вторая посередине. Бабл, ладно, ладно, он ошибся. А ты что? У тебя была вторая метка. А что, Войд рано забрал у тебя? Зачем ты забираешь под притяжку? Ну, скинул стаки, пошел забирать. Прожимка есть. Где у тебя стаки, если фаза началась? После первой метки. Когда три разбивали они. У тебя стаков после первой метки? Там 2-3 стакалось, я скинул. После первой метки ты должен ставить меткой, разбивать эту глыбу, и у тебя стаков вообще не должно. В чем проблема? В чем проблема, блять, забрать после притяжки, а не во время не, притяжки? Не, я могу забирать после притяжки. Просто, ну, я в вайпе-то не виноват. Ты видел, как тебя сложило? Ну, я смотрю, ты стоишь, я прожимку поэтому не отдаю. Его Лёш сложило, потому что его не хилили, все хилы были мертвы. Да, там хилы сдохли. Я смотрю, я ты его... стоишь, я еще думаю, не отбегать. Я его пыталась поднять, но я не смогла. Все силы банально просить не могут. Ладно, у меня есть ревность, ладно, у меня есть деф, ладно, у меня есть абсорб, у тебя что есть? У меня фулл, все прожимки есть, поэтому я чаржнулся. Что-то не проблема. Ну так я тебе объясняю, я чаржнулся в тебя, смотрю, ты стоишь. Но я стаунтил, танчу, и ты стоишь, тоже бьешь. Я думаю, побежать обратно или не побежать. И вот как, что мне надо делать? Инструкций нет никаких. Ну, если бы ты побежал, я бы спокойно ШВ отдал, и меня бы никто не убил. Блок щитом, 10 косарей урона абсорбит, ШВ 12 секунд, крик 20 секунд на ХП. Все это есть без КД, клык. Не было в центр тащи, он перед еще фазой сказал, несите первую метку. Чё, пульнём? Сейчас бабку. Каски не нету. Не хватало ещё вайпаться на синдре. Да там чисто из-за того, что метку понесли не в ту сторону. Эров нету, так что любая смерть это вайп. Ну, Сантай в любом случае бы не успел её налево унести с правой стороны. Да ладно, хер с ним. Не успел он, Биг Бабл, что вторую поставил по центру? Я не знаю, я в DC сказал в центр, но он, наверное, не в DC был, я без понятия. И был не в DC, как и несколько человек в нашем рейде. Сейчас вайп был, блядь, банально. Из-за двух, за трех человек, которые легли, плюс за двух человек, которые, блядь, метки затупили. Плюс танк еще забрал не тогда, когда надо. Вот цепочка вам для размышлений. Меньше СПД кастеров, больше освобожденки на хилах.
Если вы так будете дальше стоять до депо, вы не будете успевать отбегать. Про что я и говорил. Слева. Интересно, почему ВД не стоит поближе к боссу? Надо стоять в бочку и прямо где. Тридцать 37%. Лок налево. Все, там стой, не под хвост. Музыки пошли. Мяка в центр. От черепа отойдите. Бросили стоп. Ну стопните. Танк прохил.
забирать, забрал? Угу. Мяка также в центр. Масака, да. Раздавак. Блять. У босса два ляма. Да все, давай, чего есть. Чего есть там. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия! Наконец! Не юзайте тут свою триню! Свободно! Бля, клык. Адмирал. Ау. Бам. Кого? А, у тебя что-то не показывает. Ты про чё? Да я там стаки рядом с тобой взорвал. И чё? Да, бой тоже закончился. Лёха, они напрашивают, чтобы я их не хилил. А хилишь? Я? Не. Считаешь, брат? Угу, 20% от щитов идет в хил. У меня одного Долорус на коне. Бля, спасибо, Фарада, очень приятно. Тут моб этот высокий, да, тебе момент. Лорус, вот встань на месте. Стою. Ой, ты еще и плечи, как у меня, сделал, да, я еле Дарри, красиво, красиво. Дискорд, посмотри. Ладно, без урона только не рассказывай, завязывай. На тебе висит баф непобедимого и... Конечно, висит. Я же на коне. Не достаю. Вот смотри, я прыгаю. Что у меня перс делает на коне? Прыгает или что? Ты кастуешь на коне. Ну вот я сейчас прыгаю, стою на месте, прыгаю перед тобой. Конь прыгает, и ты прыгаешь. А, ну вот, классно. Бейте лучше быстрее. Бейте, а не прыгайте, да? Планета подхиливает. Пойду на форум читать. Да ладно, завязывай чё. Хочешь, я тебе СС дам на профи? Килл выйдешь с босса этого. Я назад. А, ну да, пояс, ребята. Сера. Что там такое? Ген, чекай, я сейчас колбу упадет.
пойдет поиск по-любому. Не-не, холодно. Инфасотка. Там Матиола писала, что ей надо на 3 минуты отойти срочно. Ты в Пагане еще. Ставлю рыбу, давайте суман. Можешь... А, у нас диваны, не... Да, я... Сделаем все. Забей. Ты первый заберешь. Я тебе диван дам. Стану через СС, и потом второй я заберу, и мы там добьем. Да, там три хватит. Дайте Дживса починиться заодно. А чё он на коне бегает? Кто на коне бегает? Вон, на коне кто-то. Дилорус. Ну хорош уже, завязывайте, чё вы. Не, нету никакого коня. Вот, пианист, видите, нормальный человек. Никакого коня нет. Запахался. Вам это проверить зрение бы сходить, да? Жирный такой. Ну, видео есть, если что. И у меня. Кто там подох на это? Кому каски обновить? Там раздевалка у нас где-то. Раздевалка. Кто там? Все, он тут. Что? Мяка, ДМК. Адмирал здесь? Да. Эл. Адмирал Элбрил, вас ждем. Да, говорю. Для этих. Для тех, кто случайно может побежать не туда. Вот вам метки. Для перефазы. Кто там потеряется в пространстве и тому подобное. Даю счет на пол. Иди пей. Чё, раньше что-то ещё? Ну что можешь пить? Ужас, не стрельцы. Я не смотрел сапрота, но после этого сапрота проверю бы. Там у всех сапрота почти. Стопайте по боссу. Стопните, блядь, не бейте, 1%. Можешь выйти. Сюда отлетаете и сразу на позиционку. Можете. Бежим, бежим на позиционку. Все, ставлю по меткам быстрее. Точнее, останьте все в одну точку. Зеленого сливаем по-бурому. Мяку прохит. Что-то я ничего не чувствую. Меню. Что? Это еще откуда? Следующий красный будет, да? Угу.
удачной победы. В левую сторону пойти. Левый вид голды. Право. Куда побежал пило? Пельмени, пельмени. Смотрим. Мягко, в следующий раз там право, а не лево. Терпение поддамаживаем, в следующем уже будем переводить зеленый, зеленый лилит. Стопнули по бот, не будем бить, не будем переводить, подождем, мы этот, мы народ, отдай БРП. Эксперимент 3 секунды. Пельмени. 36,5. 36 ровно. Он ханты ебать. Под это бью. Не в дискорде, люди просто. В смысле, все в дискорде. 35,5. Сильнее в красном, быстрее. Конька. Да все, ок, он сдохнет. От фазы уходите. Стали пометка. Быстрее. Это мелкая останется уже. Не допивается. Второй привод дал. На вкус как вишенка. Извините. В любую сторону поведешь. За жертву нахерой сегодня. Только сразу с ними ждем. Отдайте это. Чисто. Я вижу. А чё за хуйня? Выбирай там. О, агро! Успокойтесь, да, мира. Ходки хиловские пока обнял. Газу надо было. Газу надо было. Тюша вина. Убивайтесь. Пояс упал. А ему не этот же надо. Нет, обалдеть. Этот надо ему? Нет, нет. Да дух. Я говорил все равно, что упадет, упал же, блядь. Виды эти, блядь. Просто лук. А чё там, конечно. Это он специально тему сменил? Походу. Валька. Ну да, нет, у меня просто. Он просто не в дисе, как и Библ. Если входить сюда по КД, да еще и с одним паладином, что является редкостью. Один из тысяч рейд. Таких рейдов никогда не видел, чтобы не паладин. В макросе на доблести нет. Вайпа не было. Обходки просто хиловские, вот эти всякие. Исцеление предка, все это говно поснимал пока, чтобы увидеть баф божественного мешается. Кто выразился? Джонни-то там.
Джонни 82, Мяка 65. Эх. То есть у нас столько времени нахрена такое была не нужна, и тут пришли. Так кости эти только ачиверам нужны. Сейчас дам, Редуар. Может кто-нибудь скинуть мой подробный рекаунт по профу? Там применение заклинаний, вот это. Именно рекаунт. Не... Да, могу. Сколько уже, Редуара, сколько? Скрин в Дискорде, Адмирал. А, скрин в Дискорде. Сейчас. Редуар, сколько? У меня висит бой, кто-то задел Вальку, я не могу отрегенить ману. Кирскада не показывает количество применений. Половина уже есть, в принципе. 400 000. Кидай во флудилку. Спасибо. Все, там двух нету огнен. А нет, это надо, подожди. Дайте портал Мозеру, он спек поменяет, засумоним и будем что-то пулять. Бой пропал, да. Миша, подожди, забей на ту хуйню. Я вот думаю, у меня на ДКшке КД нету, может ДК зайти? Нажмите на портал призыва Долоруса. Паладина тогда вообще не будет. Угу. А что ты забрать, что хочешь? Да не, ДКшкой проще лечать. А еще паладин? Там дальняя агро есть, то есть даже гневная, когда вылазят, ты даешь ЛПшку. Миша, на, вот тебе все. Тут столько на было. Тут, мне кажется, с твоим агро вообще проблем не будет. Столько на пулах тебе. Там через таунт он, главное, чтобы ко мне дошел. Тогда идет. Да если ему проще, пускай идет на ДК. Да и ты к нему можешь дойти. Там же он сколько, на секунд 10 или 15, он не дышит вообще. Ты его хоть как можешь поставить. Я про товаром точил, тут и чаржился в них, что хочешь делал. За МТФ, в смысле. Я не про товар, у меня чаржа нет. Я бы по МТ шел, но это сложновато будет, хилан, наверное. Ладно, пойду курну 2 минуты и начнем. Пока бафайтесь. Вообще с этим я тоже. Я тоже отойду. Вообще с этими 4 напулами легко могу за МТ шить. Мы на этом КД на ОКХМ идем или нет? Или будем ждать фиксов? Сейчас посмотрим. В конце что будет. На плеча убьем Кунджана. Вот водить, конечно, стрёмненько будет. Ну там как варик. Гречка появляющихся будет тончить. Пианист это Джайма и водить. На Джайне проще. На Джайну, если что, мана раз поможет. А, ну, тогда если мана рот третий будет, мне проще будет постоять появляющихся потанчить. Потому что беготня для протовара это такой стресс, блядь. Ну тут 4 напула настолько мощных, что, блядь, заметить легко леча может этим варом. Эти напулы еще отдавались по КД, да? Да. Блядь, с пула хватит, мне кажется. Мне там бдительность будет на ДД висеть, кто срывает и все, никто не сорвет.
меня там символ. Кстати, можно второго гневного на поле Тиханты, пожалуйста? Ну если Леха гневных будет лечить, там вообще похуй. Не тот на поле. Так, я на пульсе, ты на это. Пятая пати должна выхиливать уже не раз. В принципе. Блять, 3 БР. СС-ов дохуя. Так что СС-ы раздавайте, не жалейте. Сколько получается? Казум, Сантей, Делорус. Я мотиволю СС дам. Лучше раздавайте СС-ы, не жалейте. Блять, БР-ов мало. Так, смотри и угадаем.